О, всем здорово. Будем сегодня с Артемом играть 2 на 2. Весь скилл пропили, да. Сейчас будем снова устанавливать. Сейчас изи. Опасный на самом деле. Ну ща, по пику. Ща пик говно. Во все тяжкие, муртогейминг и все. Да, 30 плюс. Не хочу до 30 плюс играть. Тоже не хочу. Хочу рисковые мувы с нулевым кингом. Так, короче, гризли, стим, 15-40, гарпия и нага. Гризли, грифон, мудман, свен, видите, виверы. Давай, короче, я роль, потому что у тебя гризли есть. Не, давай два гризли ставим, и ты ролишь. А чё? Ну, давай, давай. Так. Ставлю сюда, короче. Ага. У меня инфантри есть, и вертолет, и минеры еще есть. За БС. Оставляй Михаила, будешь фармить, или чё? Да, может быть, я пира поставлю лучше, чтобы больше фармить. А ты поставишь спичку танковать, давай пира к сенте поставлю. Давай. Чё-то от ревиспа? У меня пятнашка, могу. Ну, на один... На один-то чё, нахер? Не-не, потом. Не, отвод надо свапнуть, отвод. Ну ладно, давай так. Вот. Нет. У меня Frost Dragon есть еще. Короче, чё, есть что строить пока. Ну чё, с меня получается Нага. И ХЗ, там, стимроллеры. Непонятно. Наверное, не нужны будут. Ну, скорее всего, да. Ну, там может быть один. Так, для клака. Да, надо будет ролить тогда стопудово. Да. А мне потом ролить от воды искать. И мне надо будет медведя все равно апнуть к седьмой как-то. Ну, да, наверное. Пробу без пазы заказать. Хотя не очень хорошая идея, наверное. Да. Тоже. Ну, я так гоняю. Вообще-то инфантри мне добавить бы хорошо было. Так. Без пай точно делать не буду. Чё, гоу 2? Го. Видел? Там все умерли разом. Видел? Там этот. Несажик, походу. Карпик 27. Несаж 27. У меня, короче, выходит вертолет и инфантри. Я так и сделал. Я поэтому заставил. Без отвода? Да, без отвода. Ну, они на 3 будут, скорее всего. Ну, давай, короче, еще на 3. Потому что, мне кажется, с хермитом там зайдет. Давай, давай. А вертолет, кстати, на пирососов работает ведь. Да. Ну, вот не знаю. Не, он что работает. Ваншот будет? Возможно. Да-да-да, на 3 будут слать. Надо еще что-то добавлять. У тебя ваншота нет на 3? Не, ваншота нет. Так, это 5 кто? Ну, я вот не хочу ставить. Он ваншот, как бы, Deploy Knight, но я не очень хочу ставить. А, 200 конь. Да-да-да. Так, что, давай, если будем слать, то тогда на виспа. Или нагу вообще поставить. Я вообще могу себе позволить. Да, да, да. Тебе надо отвод еще. Да, да. Ну, если пустит, я ничего не буду тратить. И, может быть, второго пироса поставлю, ну и четвертый также. Да, да, да. С восьмой, конечно, траблы. Нормально. Вон чё, сплошняк, 30-30. Это не сажик, чё. 15-15. А кто херачит по 15, слушай? Так,
Так, у тебя херни будет. Ну я кидаю-то одного. Может им хватит. Это получается. Вера не было вопрос. Тик. 6-0. Ну, может быть, пустим. Сейчас посмотрим. Урса хермит. Блять, орк, вот он затесался. Плохо. Да. Пустим. Еще вертолет тупой, смотри, как он бьет плохо. Так, ладно, сейчас сразу индекс сделаем. Ой, да, пустим. Ну, критично прям. Много. В районе 20-ки, наверное. Да, что-то мы расслабились. Особенно я. Хилок всрать можно, так-то. Думаешь? А ты что хочешь показать? Сейчас, накопится. Оп. Будешь контролить? Да-да-да. Это не пропил. Отлично. Реген вкачивается сразу. Да-да-да. Вроде пусть хилал. Стакаешь? Стак, пусть так он. Есть что хиляй. Это хил, походу, или нет? Надо было. Ну ладно. Зря лес ушел. Так, попробую, короче, копить тогда на медведя. Так, попробуем так и дефнуть, похуй. Я отвод бака поставлю. Ну, верт ваншот. Медведь тоже может ваншотить иногда. И пирос двух ударов. Ну давай так. И так сойдет. Пробуем. Хотя могут дослать вообще изи. А могут. Ну должны, по идее, надежно копить куда-то. Нифига ты пака. Вот-вот. А чё? Не жирно? Ну ладно. Пофиг. Ну, а по-другому никак. Нам отвод сейчас нужен. Чтоб первую пачку, блин, точно разнести. Чё, давай на 5 пойди. Нихера нету. Чё нет? Давай лучше посидим с лесом. На 7. А, там не сажа, точно. Ну, так я поэтому и думаю. Давай, чё, давай. Я там под тебя подстроюсь, подвозился. Можно, блять, не, медведя мне тут не... Я нагу, короче, смогу. Давай поди это. Мелочи до хера. Давай. Урса есть, мелочи, и все. Блять, верт. Коси траву. Нормально. Ты сейчас что думаешь? Да, вот по деньгам, что? Зевса. Да, зевса обязательно, вот, а потом уже дальше там, может быть, вертолета. Доковать нечего особо. Я думаю, что виспа тогда сделать. Да черт его знает, Костян.
Я только нагу смогу достроить. Давай нагу лучше, лучше нагу достроить. Ну давай. Что-то у нас сейчас все убил. Как обычно, без хилов вытаскивать потом. Ну да, да. Да, на опыт задач. Так, мелочи уже неплохо. Так, такой вот засыльчик. Нихера себе. Почти. Давай. Ну. Смотри, апу из Зевса ставлю верта и два отводика. Я, короче, нагу сюда, чтобы а там... Давай, мел, между двумя вертолетами, чтобы она потанковала, что ли, не знаю. Против меня фермы нет. Пиздец. Да ладно, нормально. Потом еще назад все равно одного зевса, мне кажется, надо будет. Ну да, 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 да. Ладно. Тоже? То, что большой засыл. Че там, морг? Нет, просто тоже урсы с мелочью. Это плохо. Хоть пирсы есть, но может порвать. Да, да. А они еще быстрее нас убивают. Мелочи побольше. Пока нормально. А, ну вот верт топнул. И все. У нас волна. Ну, это то же самое. Чё тогда? Надо пробовать 7 слать. Либо апаться тогда уже. Слушай, у нас же волна, давай 8 кинем. Там же не сажат. Ну, как бы 8, они же не пёхнут всё равно. Давай так. Два регена есть, так что хватит. Ох, копить теперь на медведя. А вот тебе что ставить? Да. И поди драгонхавка. Ну, Frost Dragon, Frost Dragon есть. А. Апту Frost Dragon не понравится. Он будет тачить на 8 зевс и будет под него расстреливать под ним. Ну давай попробуем. Поросёк просто пожом. Повесели. Я ничего не строю, чтобы точно на мишку нападать. Ну, так-то такая херня будет. Там мелочь просто убьет на 8 этого дракона. Пока он плевать будет. Ну хотя зевсы же расстреливают быстро. Да, 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 да. Главное спейс создать. Так-то по-хорошему, конечно, апаться надо. Ну мы же хотим это опасное. Да, да. Все, я уже. Уже придумал, как назвать. Ты сам озвучил опасный ЛТД. Дома не пробовать. Не повторять такой трюк, типа. Так, о, так мне еще висп можно. Нормально. Трюки выполняют рачки. Да-да. Вообще пизда. И чё? А, и зевса, да? Покатит.
Хотите эту козу поставить? Козу? За 40. Ага, давай. Только надо вот этого убирать. Ну давай, надо. Ну она, видишь, агрит норм. Ну, вроде как, это нормально у нас. Да, только кинг еще не зафулился. Ты думал, мало пропустил? Думаешь? Да, думал, мало. Мне кажется, нормально. Ну, мелочь уже, давайте. Опасный ЛТД же. Да-да. Не хватит на апкинга, сдохли на 7. Не, пропуск маленький. Ну, без орков. 4 хермита, что ли? 3. Хермитов должны вроде убивать. Далеко еще. Ближе подойдут, когда. Вон, видишь, пошел расстрел дальних. Не, все равно рвет, надо апать. Ну, я думал, что он здесь. Не. Сейчас закажется. Че-то хил отдаем или че? Да не, давай попробуем без хила. Блять, не получится так. Контроль. Я стакаю там. Не мап или грамотно, вот я без хила. Сомневаюсь, честно говоря. Но я засылаю, похер. Я тоже засылаю. Так-то изи могут дослать. Ну ладно. Не страшно. Ну как у нас полно? Не страшно, говорит. Да, стак разорвет на 8. Не разорвет, но мы не потеряем же ничего. Хилок, хилок потеряем. Он не успеет отрегениться. Но у нас же опасный ЛТД. Нормально. Раки опасные. Сейчас, короче, нагу апаю. Пригодится. Давай. А я не знаю, 315, мне нужно продать, получается, бака, что ли, тогда. Это пиздец будет. Ставь еще одного, они заплюют, типа, знаешь, этот у них сплэш-то, периодический урон. Давай. Сплэш ставь. Ну, я, короче, сразу вот сюда поставлю, чтобы потом наковал. Больше их не буду ставить. Ну да. Блядь. Че, без ауры я кадо сейчас закину. Рассредоточься. Засыл такой ущербный. Игроки, блядь, я даже не рассчитал, что не хватит бой застали. Иди, все проще у них, не сажи с антами. Может быть, да. Блядь, как нас сейчас порвет-то, еба. Ну нам на хп, короче, в любом случае, как можно больше. Мы даже хил, если всрем. А мы его всрём, то можем не дефнуть. Да не, дефнуть-то мы дефнем. А у нас пока, кстати, лучше, чем у них. Нет, они еще убивают. Так, чё тогда? Ты ламбер заказал. Надо реки, давай на регене выстрел. И чё? Или на атаке, я не знаю. Сейчас один. Понаркоманить? На регене буду бороться сейчас. Чё, на атаку, наверное, ещё, да? Да, наверное, ещё не надо. Да, я ещё регена бахну. Хил, если чё, у тебя. Так, что там у них? 5 атаки. Не закоцанные, короче, у них. Блин, слушай, если еще волна будет, то деф. Стакаешь? Стакаю.
Ёп ты! Но все равно... Все равно надо. Да хуй знает, вроде уходил все равно. Да-да. Опасный ЛТД, короче. Не, короче, если бы мы сразу регена апнули, то мы бы ушли без хила. Вот, по сути, опасного ЛТД, что с этого ласки. Точно. Чё тогда, не знаю, давай я ролл. Ну, то есть инком 7-4 делаю, делаю ролл. Они на 15-м захотят закончить, скорее всего. Ну, может, передумают из-за азуров. Так. Да нормально, чё, первая игра. Короче, у меня есть бара, войд, туретка и хилка за сотку. Всё супер хуёво. Вообще. И тускар. Параша гейминг. Надо. Хилку ставить и ролить. Нет. Мы даже барами не дефнем тут вообще никак. То есть... Нет, так-то можно дефнуть минерами. Чё, бум засылай сейчас? Давай, чё. Конечно. Делай, делай. Делай до хера. Да-да, можно как. Надо на инкоме вытаскивать. Часто? Ну, к десятой? Понятно, что... Десятый. Нет, после десятой. А, надо бы. Чтоб не палить. Надо. О, я азур могу. Давай, бахай. А что сюда? Давай, лун, может, сюда? Кого? А, хил-то? Давай. Тилабер сделаешь? Не, хватит, ну. Так, засыл такой. Ну, гулей-то кидали. Одна есть. Нормально. Так, смотрим 10. Понятно. Кого? Баса? Да. Давай. Кого баса? Бля, нахуй ты гулю-то стакнул? Я не трогал гулю вообще, я ничего не стакнул. А, это я, значит, зацепил. Вообще ничего не стакнул, просто. Нормально. Михаил не забрал. Плохо. Всё, пидорас. Варлок, давай, варлок! Варлок? Не. Нага, 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 варлок. Да, зевсы заберут, конечно, что ты. Ну ладно, это 7-7. Сейчас надо пик глянуть и решить, что делать. Сейчас продай минеров, слышь. На изи вообще продал. Это там плохие ламберы. Там и им баламберы какие-то кинул. Ментов еще накидать. Да-да-да-да. Ну, фанты, скорее всего. С несажами. Правда. Не, не саж, тиники. Чё? Яйца там. Тинь. Пипец. Короче, у них опосленный пик, на самом деле, такой. Ну... Они, короче, на яйцах, короче, весь пик держится, по сути. Аутплей от первой команды. Да. Всё. Ну, мы сейчас магией, кстати, их это... Порвём. Если забреем ДПС у них.
походу нихера. А, вертолет еще. Да блять, бей, пита. Ну, ну, да есть. О, Луда Гейминг. Так. Чё, картинку у них, смотри, какую. Так себе. Можно это... Ну, кидать... Может, кучу мелочи кинуть просто, я куда, 12? Да. Так на, видишь, с телегами слать. У нас, и посмотрели, типа, нулевой кинг вообще. Только хп есть, по сути. Да, я отменил ампер, я ну. Ну, блин, я не знаю, 12-й. Так. Их пробьет, конечно, но надо это. Короче, я ролик. А, мне тоже, кстати, надо. Спаун, некр. Вот что, некрата ставь. Некр-то будет, да. К 12-й. Че, рискуем? Просто мелочь кидай туда. Давай мелочь. Давай, давай. Не, ну давай это, по телеге-то кинем. Или давай. Чё? Надо, чтоб... Проигрывают катки. Надо, чтоб яйки-то разбивались как-то. Давай, короче, это... Давай до конца уровня шлем, потом апаем. Не, давай параллельно апаем, слать битов и апать. Ты гениально. Ну так-то волна есть. Можно оставлять, получается, 7... Ну, 7-8 атаки, да? И хп, или чё? Я не помню, как в 2 на 2 там надо, какая раскать. Знаете, надо, чтобы ваншотить под волной. Ну ща, узнаю. Ну да, пока не дам, по-моему, там. Что там делать, поддерживать. Главное, ничего лишнего не засылать, просто мелочь. Так, чё тогда? Реролю. Я ролю. Mm-hmm. Ну, танк. О, кстати, вот сейчас он... Ну вот там. Я отменить его вот-вот поставить вообще не. Может еще раз роль? Это дорого, сотка, блядь. Может спауну вот-вот поставлю? Ставь, чё. Давай я, короче, танка ставлю. Давай, давай. Блядь, не хватает, ёпта. Во. Он, по идее, сейчас должен затанчить хорошо. Под хилами там всякими. Короче, есть алхимики 180, но танк и вот тролль за 105, и все. Банши есть еще. Свены. Не, чё. Конечно, копят, чё. Надежный гейминг. С двумя хилами сидят, им все пофиг. Чё, 17 будет крутиться? Типа, просто не апэкинга. А, не, так они будут это, слышь, 15-й, скорее всего. Сейчас апать. Да. Лампер, да, да. А они еще больше сделают ламбер. Нам ламбер нужен, чтобы на 17 мощно слышать. Пусть сейчас будет долго там дефиться, они кинга будут апать там всякого. Нам надо самое главное отвод. Может быть, все-таки это сменим. Не, я имею в виду это. Позицию отвода сменить. А, блядь. Да, тоже. Ну я бы спауна поставил, правда. Да, дорого. Ну, что у тебя есть? Свены и банши. Блин, ну слушай, я все равно пикли ролик сейчас буду, спаунов я не буду ставить в мид. Ну ладно. Мне минеров надо апать. Короче, я. Сейчас сделаю засолку, смотри. На. Там тайды. Во! Охуенно! Во! Блин, круто! А они, короче, не... Давай, короче, все точим кинга. Да. Пускай кидают куда хотят. И ты можешь и отвод сделать из гидер, и...
в принципе, и деф хороший с минерами. Да, прям сам гидр лучше пик. И ауры под это все есть. И ну, танки есть на лейт. Сколько-то их придется ставить все равно. Так, что сейчас бахнуть-то? Так, 13, может быть, засыл. Короче, тролля апаю, потом хилку апаю. И дальше... А, у нас знаешь, в чем проблема? Милишников нет. Можно тогда, сменяя поди этих алхимиков, резаков? Да, черт его знает, как бы просто вглубь мида зайдут, тут будут все будут рейнджевики. Ну да, а можно тупо неотанков-то, чтоб... Ух, жесткий отвод будет. Но лишь бы его хватило на самом деле на этом, на 15-м-то. Да-да-да, главное разбить пачку. Ну слушай, они кинут вообще до хера. Да. А у вас есть чем бить. А вот их бы на какой-нибудь 16-й бы вообще убить просто нахер. Мы их сначала слишком заглотнули писюна, чтобы нам... Да-да. Ну да ладно, нормально. Тут, кстати, еще можно реально вытащить. Да-да-да, тут у нас и хороший, и инком хороший. Главное сейчас не делать ламперы, просто по-надежному сидеть. Подвэлью не особо хороший, на самом деле. 4400, блядь. А надо, блядь, 5400 надо. На косарь отстаём. Не, ну сейчас мы догонять будем прямо стремительно. Так. Раз. Так, короче, хилку апаю. Убираю у тебя козу с отвода, наверное. Да. Нахер она. И неотанчик. Погоди, минеры, у них рейндж 400, а у танка 450, сзади все равно будут стоять. Поставлю я вот так, все равно обойдут. Ну, может быть, да, блин, что-то я тачку за 15 начал очковать. Гидро в любом случае, а по беде одно, а дальше как-то... Да. У нас тупо даже танчить-то некому, минеров нет. Да. Тебе надо что, гидру тогда? И хотя бы одного минера апай. Ну, о! А чё? Были мысли. Так изи же должна быть. И поэтому апал гидро и дай дельмит поставить, чтобы разваливаться. Типа, думают, добьют? Да. Ну, кстати, могут. Много кат. Много, да. Так, ну один Леончик склеился. Я, короче, стакнул все каты, которые близко стоят. Побыстрее сбрить. Да. Вроде можно дефнуть. Да, думаю, да. Есть шанс. Можно ламбер пилить. И слать 18. Блять, уф. Вспотел? Сейчас, блядь, сейчас. Идут, заебись. Отлично. Блять, правда... Одна будет ваншотная только, просто баллонная. Я волну сейчас запрыгну. Так, стакаем. Я тоже стакаю, прям пиздец потею. Телеги. Да. Блять, как дохуя-то. Это не зря. Вот нет бы на 15-й заслать. Я думаю, мы бы сдохли. Хуй знает, было бы интересно, кстати. Да. Сейчас тоже было интересно, кстати. Ну да. Да у нас просто, видишь, ДПСа маловато все-таки. Против инкомных-то юнитов. Короче, что я 7-10 делаю? Да.
все ты тут, в принципе, можешь тупо гидрами заштопывать вперед. Много. Там два ряда. Я танков и все. Игра в шляпе. Танки за гидрами стоят и бьют. Все ништяк. Че тогда? Да, гул на 18. Да можно. Скопим? Скопим, конечно. Ну как бы немного пойдет. Может на 20, на 20 похороним? А, так, что там? Дракон это. На 20 до хера. Кстати, можно. Прямо овер до хера. Это можно похоронить при мне. У нас просто с 20 все хорошо. Да. Давай. Тогда по 7-10 сидим. Все. Давай, давай по 7-10. Хотя 5 вол, не бы 7-11 хотел. Но, как хочешь, короче. Я бы тут 7-11 себе позволил. ХЗ. Мне просто кажется, они еще зашлют. На 18 как раз таки. А, ну хорошо, да, да. Тогда это не опасный ЛТД. Одумались. Да, теперь непонятные ЛТД на самом деле. Смотря, видишь, что они нашли. Короче, похоронные ЛТД, я могу говорить. Просто хоронить на 20. Так. Апнем танчик. Так, 20 нужно еще будет. Вот-вот. Да, сделай, короче... К 18-й две гидры вот в воде апнутых. На 17-й, думаю, они толком ничего не кинут. Да, мы таким пиком дефом. Что-то внезапно все неплохо. После засыла ихнего. Да, а так вот. Нет, попка дрожала бы до сих пор. Попки рачков-то дрожат, как Паха бы сказал. Тетовер что-то не играет вроде в ЛТД. Да? Ну, я что-то не видел в последнее время. Да, надеюсь, он умер вообще. Да нет, вроде. Блин, это почти идеальный пик, не хватает только драконов каких-то. Да. Все хорошо. Так, у тебя там что? 2К? Ну да, да, давай, все-таки этот. 20-й, да. Так, думаю, сейчас гидру апать или минера еще одного? Давай сейчас минера, да. Минера, да? Ага. Так кажется, гидру хочется апнуть, вообще заблять мало вообще на высоте. Или чё? Вроде ДПС есть в виде. Давай гидру лучше. Ну давай, давай. Ботанка есть, ботанка есть. У меня 2 сотки еще лишние остались. Мне тупо строить нечего. А, ты ворвака. Да. Тролль есть. Верт есть, некр есть, хилка есть. Блин, все эти топ-ауры на ДПС. Только капитанов нет и все. Угу. Да, все хорошо. Апают вроде. А, нет, кинули. Ну, давайте. Ну, похороним сейчас. По 7-12 сразу будет. Бля, хорошо, что гидру все-таки. Но... Сейчас танки навалит. Сейчас мы... Скорее всего, это все. Что мы? Первую эту пачку должны вроде забирать. Да, вообще изи. Думаешь? Конечно. 1000%. Очко ставлю. Ну да. И правда. Так, демона, если что, стакну. Ну, они, кстати, мало кинули. Они думали в размен... Мы зашлем. Так, какой размен, если, блин, у нас
Хинг фуловый. Ага. Ты там Ламберта чё? А, делаешь? Да. Ну, так и ожидалось. Да нормально, сейчас еще время тянется. Да, твои танки пиздец настреляли. Вот два танка этих пиздец не порешали. Ну, конечно. Так они что, с 2000 убивают? Да, подверг. Че ты там мутил? Я хотел демона убить. Зачем? Проще добить было? Не-не, чтоб медленнее. Чтоб регенить, типа. Или медленнее бить. Не-не, чтоб больше скопить и похоронить. Можешь сейчас строить, например, медленнее бить будем. Ну, дефать имеется в виду. Чё, 7 раз не пилить, я думал, я пилю. Да я там вообще 13 делаю. Ну, просто можешь кидать. Совсем можешь все изводить. Ну, я на 13 остановлюсь, пожалуй. Да, давай. Так, чё, ты тогда поди гидр в мид? Да, гидр еще можно строить и строить вообще куда угодно. Да. Много-много. Штука 5 в меде, 105 в отводе. Там, поэтому вообще легко бы дефнули. 18? Мне кажется, нет. Наоборот, 18 сложнее бы было. Да, Натала, под такими аурами тоже бы разъебали еще клеща, она же медленная. Гидра бы долго стреляла. Возможно. Уже не узнаем. Да. Танки наваливают пиздец. Плюха 350 до 400, даже вообще. Еще капитанов нет. Блин, мы их похороним реально. Ну хз. Че за сил получается? По 4 с половой, по 5к. По 5к будет. Ну да, это неплохо. Опыте рычков. Переиграем. А ты не переиграли рычков. Да. Их нам почти ничего не дал. 14, может, что. Ну да. Пик тут мало что сделал. Пик у нас 2 килла отнял только. У нас хороший пик был. Ну да. Что-то пошло не так. Как-то долбы и удачно. Просто разъебай. Господи. Не надо. Негр. Книги играет хорошо. Помчали. Да. Так. Много мелочи. Да, мелочи самое важное. Кряков на по 2 штуки минимум. Да. А, кстати, у нас вперед вот не. А, не получится. Никак. Ну, можно. Будет. Можно даже не стакать, так все равно в дефнем. Да. Блять, кряку забыл. Они долго дефают вообще. Да. Нет. При удар очкам, походу. Возможно. Но не факт. Ну да. Так. Гидры есть.
так строить. Вообще отлично. Лев хороший, засыпь плотно. И кинг фуловый. Бородулька. О, демоны вот. А, без демонов. Просто на инком типа кинули. Да чё, нормально. Где бы ты не жил, вообще пиздец. Гидр мало, всё-таки. В отводе или в меде? В меде. Видишь, уже как бы нету магии. Да блин, всё вроде сейчас даже третью добавил. Там вафли. Они вафли. 14, ты чё? Кряков сколько? Три черепахи, фуловая практически, и два демона. Не, ГГ это. Да. ГГ изи. Нормально. По это самое. По ходу игры разыгрались. Да. Без хилов, как и было обещано, затащили. Тут инком, только, блин, я не знаю. Еще два хила надо, наверное. Да. У нас все ок. Да, все. Ты все? Да, я все, я спать. А. Ну ладно. 7.12, 7.14, да, и тебе тоже спасибо. Потом еще можно. Ага. Давай, пока. Вот такая катка получилась. Да-да. Примерно 10к засыл. Веселая игра, конечно. Спасибо. Ладно, отключусь.